Команды Красного полумесяца в Бишкеке выезжают на вызов гражданам с подозрением на коронавирус, нуждающимся в срочной неотложной помощи. Как сообщили в пресс-службе Красного полумесяца, волонтерская выездная бригада состоит из врачей и волонтеров и будет дежурить круглосуточно. Команда полностью экипирована, в спецмашине имеется кислородный концентратор, пульсоксиметр, дыхательные мешки, амбу, носилки и другое медоборудование. Из-за нехватки медперсонала и загруженности машин скорой помощи люди остаются в отчаянии, чтобы как-то помочь пациенту. С доврачебной помощью и при необходимости транспортировкой мы создали специальные волонтерские бригады помощи гражданам.